Еще в 2017 году стартовала муниципальная поисково-просветительская экспедиция «Имя Славянского района». Ее цель – популяризация социального и историко-культурного наследия Кубани, жизнедеятельности наших известных земляков и соотечественников. Экспедиция охватывает исторический период с 1924 года по настоящее время. История Славянского района богата примерами беззаветного служения Отечеству. И мы должны знать славные имена людей, которые всей своей жизнью заслужили право быть в числе лучших. Славянцы помнят эти имена и гордятся ими. Акция «Имя Славянского района» удивительна прежде всего тем, что имена ее лауреатов выбирают сами земляки. В Доме культуры прибрежного сельского поселения состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 95-летию Славянского района, где чествовались те, кому присвоен почетный титул «Имя Славянского района» – жители прибрежного сельского поселения. Главным открытием этой акции стало то количество наших выдающихся земляков, которые на самом деле есть. Труд которых, может быть, сегодня не виден, но это кропотливый труд. Это вдохновенный труд. И вот именно благодаря этому труду наш район процветает. Золотыми буквами в книгу истории Славянского района вписаны такие имена, как Андрей Ефимович Мизанов, Ирина Дмитриевна Момотова и Алексей Иванович Губенко. Их уже нет с нами, но их славные дела в памяти земляков. Дипломы лауреатов премии «Имя Славянского района» были вручены родственникам этих людей. Также чествовалась как лауреат беззаветная труженица, награжденная орденами и медалями за высокий профессионализм и большой вклад в развитие сельского хозяйства Любовь Трофимовна Чуприян. Надо трудиться прежде всего, ставить цель перед собой и заниматься своими делами, ставить то делать, что хочет душа его, то и делать. Мы растили с Гуреновичем сад, вот какой сад гигант вырастили. Ну что еще сказать? Добра всем, крепкого здоровья, удачи во всем. Труд и труд и труд, только труд. Вячеслав Гургенович Никоев, который всю жизнь плодотворно трудился в сад-гиганте и сейчас является председателем Совета ветеранов прибрежного сельского поселения, стал лауреатом премии «Имя Славянского района». Я институт закончил по направлению и всю свою жизнь отдал сад-гигантам. 19 лет был плодоводом и главным агрономом. Все, что мог сделать, мы делали. Поэтому, когда заезжаю в сад, душа радуется. Я желаю молодежи также трудиться честно и добросовестно. Евгений Анатольевич Алифир, кандидат сельскохозяйственных наук и активный общественник, также чествовался в качестве лауреата премии «Имя Славянского района». Лауреатов и гостей праздника поздравили заместитель главы прибрежного сельского поселения Ольга Печелиева и артисты народного мужского ансамбля «Самородок», которые порадовали собравшихся своим искусством. Жителям прибрежного сельского поселения, да и всего Славянского района, есть кем гордиться. Наши выдающиеся земляки – это лучший жизненный пример для юношества. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».